Амидридар 2, это часть 3. Играем. Все, готово. Спасибо. Еще недалеко от тебя разбойное нападение. Везучий ты, Юрий. Твой любимый, грубый, но милый опытный детектив готов к бою. Чего? Нет, ты обещал, что больше не... Коп-паук. Нет, не надо. Так это ты, стукач. Отвали, урод. Точняк, это она. Я сказала, отвали! Отстаньте от меня! А ну потише, леди. Не трогайте меня! Отстань от нее! Вот дерьмо, человек полный! Уходи, или она умрет! Отпусти! Все в порядке. Я знала, что Джеймсону нельзя верить. Ты немного странный, но с добрым сердцем. Вас куда-нибудь проводить? Я сама справлюсь. Не сомневаюсь, но имейте в виду, есть такое место, центр пир. Видела. Мне не нужны подачки. Там лучшие оладьи в городе, уверяю. Мама когда-то пекла оладьи. Я не пробовала их. Уже давно. Я зайду туда. Спасибо, парень-паук. А человек-паук? Ну... Оттуда можно разглядеть следующую вышку. Поднявшись на вершину, Коп-паук разглядел свою цель. Вторую охранную вышку. Это ты про себя, что ли, вещаешь? Что? Нет, конечно нет.
Шеф никогда не понимала копа-паука. Считала его диким зверем. Я уже жалею. Можно настроить эти вышки не только на преступления. Теперь вышки ловят все радиочастоты. И поблизости тут что-то есть. Что же это? Мой школьный рюкзак. Я забыл, что цеплял на них маячки. Интересно, сколько таких по всему городу? Коп-паук в деле. Он и человек, и паук, но главное — коп. Открывай сейф! Живо! Эй, парни! Да! Человек-паук, стреляй! Еще? Будь вы так усердны на нормальной работе, не пришлось бы становиться преступниками. Об этом пожалеешь, человек. Так, Юрий, сейчас починю последнюю вышку в Чайнатауне. Ты не хотел сказать, коп-паук ее починит? Я тут подумал, Юрий. Служба закону – удел молодых. А коп-паук, он уже слишком стар для этого. Надеюсь, все идет туда, куда я думаю. С сегодняшнего дня коп-паук в отставке. О, слава богу, за это надо выпить. Мы все пьем сегодня, Юрий. В память о копе-пауке безвременно. Юрий? Юрий, ты тут? Наверное, не выдержала эмоциональности момента. Раненое плечо в итоге зажило. Счет пришлось оплачивать дольше. Меню с нашего первого свидания с МДЖ. Я не смог позволить себе место поприличней. Впрочем, ей понравилось.
VIP-пропуск Гарри в ночной клуб. Гарри вечно пытался провести меня. Плохо. Нельзя, чтобы три волоска на моей груди попали на камеры. Инструменты для ремонта костюма в лаборатории. Интересно, доктор Октавиус уже ушел? Доктор, как все прошло с комиссией? Мне жаль, что я все испортил. Вовсе нет, Питер. Они просто боятся величия нашего грядущего триумфа. Они успокоятся, вот увидишь. Мне прибраться в лаборатории? Нет-нет, я все равно ухожу на ужин. Продолжим завтра. Отдохнем и продолжим творить будущее. Его оптимизм на развес бы продавать. Похоже, до завтра он не появится. Можно заняться костюмом. Пытался создать прототип паутины в Оскорб, когда Гарри там стажировался. Не вышло. Меню с нашего... Никогда мне не везло с этой компанией. Мягкий паучок! Мне прислали пробный экземпляр на утверждение. Обидно, но если я не раскрою свою личность, мне не заплатят. Внимание, 10-10, возможная сделка наркодилеров. Вызов из маленькой Италии.
Я поймал улетевший шарик этого мальчишки, а он сделал мне это. Такие вещи помогают мне не останавливаться. После ареста Фиска рынок наркотиков вырос. Пора это исправить. Держи, паука! О, такие маленькие, а уже в главаря играют. Прелесть! Наконец-то, драка! Получай! Давай! Я кости тебя сломаю! Наркотики, пожалуй, худшее из всех преступлений. В первой пятерке. Или в первой с конца, я запутался. Полиция уже в пути. Мне пора. Идет погоня. Следуйте в маленькую Италию. Это ключ к балансу между работой и личной жизнью. Еще бы иметь время на чтение. Скоростные погони так хорошо приводят в чувство. Вооруженное ограбление.
Трофей научной премии Фиска. Смотрите-ка. Если бы я вернул его, то вызвал бы подозрение, но денег его я брать не собирался. Хоть они бы нам и пригодились. А вот от запаса рюкзаков я не отказался. Ой, простите. Бом, ты такой дружелюбный! Это такой мочек, приходите, попробуйте. Эй! Называется гастроган. Ограбление. Я похож на шутника. Сюрприз! Вот, паук, за ним! Каждый уличный гопник мнит себя вторым Фиском. Ну да, они тоже сядут в тюрьму. Спасибо, человек. Я отчаянно блефовала. Thank you.
Рам точно останется. Стороны. Если бы я вам не помешал, вы бы тут надольше сели. Тот самый рецепт пельменей. Тут не хватает пункта 10. Попытайтесь не поджечь квартиру МДЖ. Нужно уважать местный малый бизнес, а не грабить его! Я надеялся, что без фиска уровень преступности упадет. Зря. Надо уйти до приезда полиции. Костюм уже пообтерся. Можно залатать его в лаборатории. Рецепт печенья тети Мэй. Ха, у меня оно так ни разу и не получилось.